І все, що стосувалося ситуації на дорогах. Ну, а зараз все-таки поговоримо про те, що відбувається у столичних дворах. Наразі з нами Костянтин Киричук, голова асоціації ОСББ. Вітаю вас, пане Костянтине. Добрий день. Як зустріли сніжний ранок? І чи є нині проблеми у дворах? Яка ситуація з очищенням прибудинкових територій? Хотелось бы похвастаться, утро встретил хорошо, красивый снег, хорошая погода, но будем честными, и во дворах, к сожалению, пока не справляются, потому что количество осадков очень большое, и нету никакой возможности так быстро его убрать. Но, во всяком случае, то, что я видел на сегодняшнее утро, это то, что уже было убрано частично во дворах, и то, что было уже убрано частично перед домом. Но внутри дворовой территории, к сожалению, пока еще слабо. Плюс я шел буквально 10 минут назад, и даже улицы, большие улицы в Соломенском районе еще не были почищены от снега. Поэтому пока даже техника не сильно справляется здесь в этом плане. Ну, а люди чуть отстают. Единственное, что где есть чуть-чуть больше дома, где есть созданный ОСББ, и люди уже давно купили себе снегоуборочные машины, да, то тогда там ситуация лучше. Там, конечно же, успевают быстрее, когда это не в ручном режиме, не лопатой, как мы видим в сюжете, а в снегоуборочной машине, которая, в принципе, не таких больших денег стоит. И дом, в принципе, может себе позволить ее купить и чуть-чуть разгрузить дворника и чуть-чуть быстрее очищать дворы. То ви кажете, що все-таки є різниця між будинками, які створили ОСББ, і звичайними, тими, що підпорядковуються ЖЕКам, так? Там швидше чистять? Я не можу зараз дати порівняння, тому що я не сильно звернув увагу на утро, там, як чистять. Є хороші управляючі компанії, які справляються зі своїми справами, і не можна сказати, що везде, где управляет ЖЭК, полная разруха. Но в основном, конечно же, когда в доме самоорганизация, когда есть структура, и когда тем более в штате, как в случае в нашем доме, есть дворник, то тогда, конечно же, дворник приступил к работе, сразу же не откладывая с самого утра. Единственное, что он, к сожалению, делает это в ручном режиме, то есть убирает лопатой. Вот, и поэтому ситуация движется слабо, плюс убранный снег, убранные места уже снова засыпаются снегом, поэтому как бы тут борьба неравная, но во всяком случае, я думаю, что человек победит в этом смысле природу. Вот. Так, звичайно, будемо на це сподіватися. А з чим все-таки більше маєте проблеми? З нестачею робочих рук чи все-таки техніки не вистачає у дворах саме? Я считаю, что мы сейчас уже давно, ну, сейчас мы живем в 21 году, 21 века. И вот эти вот алюминиевые лопаты, которые у меня стойко ассоциируются с чем-то другим, но только не с тем, куда мы собираемся идти, где мы видим нашу страну или наш город, или наш дом. Я думаю, что пора приобрести снегоуборочные машины и действительно отказаться от вот этого ручного труда, который, к сожалению, выполняют женщины, да, к сожалению, пенсионного или предпенсионного возраста. И это я не считаю, что это то, куда нам стоит идти и то, на что нам стоит надеяться. Нужно идти вперед, есть техника, нужно стараться откладывать, делать планы развития ОСББ и, соответственно, тогда качественно жить, улучшать качество жизни, жить в лучших домах, соответственно, более безопасно, более комфортно, только так. Дякуємо вам за участь у нашому ефірі, що знайшли час. Бажаємо вам гарного настрою і до вечора, так само, як і було вранці, коли ви побачили цей сніжок. Будемо сподіватися, що вдасться нашим комунальникам розчистити.